Вітаю вас. Це «Поза очі. Невідомі факти життя найвідоміших людей світу». Дивіться нас, якщо вам цікаво, хто з відомих і знаменитих ризикне прийти на телебачення, аби публічно почути правду, яку про них кажуть лише «Поза очі». Наш гість сьогодні – заслужений артист Росії, пані та панове, Юрій Гальцев. Юрій Николаевич, здравствуйте. Как нашли вы время в своем плотном графике? Вы ведь теперь не просто актер, вы худрук. Ребята, даже мои актеры сочинили девиз так. нашего театра. Говорит, я не вижу ваших рук, я худрук, я худрук. Вот. Как я нашел время, Юлечка? Ну, во-первых, только по одной причине. Я обожаю Киев. И вообще мне говорят, если какая-то съемка, новогодняя или программа. Вы охотно или... соглашаетесь? Я не соглашаюсь, я просто рву, как это, ногти, кегли, сбрасываю обувь и просто лечу, бегу сюда. Мне правда очень нравится Киев. Я редко это говорю, но когда у меня вообще очень хорошее настроение, то мне так получается, что даже все, что я делаю, это связано почему-то с лирикой. Начиная от песен и заканчивая номерами. А как его уживается у вас вот у два разных человека? Человек должен быть актером, мне кажется, немножко двойственный, знаете, как Раскольников. Вот, обязательно. Комическое и драматическое. Всего, а без всего этого иначе поровну бы... у вас? Или не знаю, мне кажется, привалило? Лирики даже больше. Лирики больше? Ну, мне так кажется. Думаю, намного больше. Вы как быстро согласились возглавить театр эстрады, шутка ли, в отчину самого Аркадия Райкина? Он там был, и так получилось, что он был с конца 30-х, начала 40-х годов. Вот там. И так получается, что он в 70-х годах переехал в Москву, что называется. Но он не нашел сподвижников. И как-то так пришлось ему уехать туда. И в свое время Леонид Ильич Брежнев дал ему театр, бывший кинотеатр «Таджикистан». Сейчас это театр «Сатирикон». Так. И он там, скажем, до последних дней работал там. Как нам дали, как мне дали. Ну, наверное, это большое хотение, наверное, знаете, вот, когда человек хочет и что-то там пытается сделать. Я вам скажу такую вещь, Юлечка, наверное, я не говорил, в принципе, это никому никогда, да услышат, наверное, меня россияне. Если бы что-то не получилось, я бы буквально через неделю уехал в Москву бы сразу же, потому что там мне давали театр сразу. Ну, по крайней мере, такого плана кабаре или там... Ну, по крайней мере, мы с Игорем Угольниковым долго разговаривали. Он мне свое помещение предоставлял, говорит, пожалуйста, работай. В Москве? Есть, в Москве, да. Так. То есть, если бы что-то не получилось, я бы переехал в Москву в секунду бы. Но уже было... Уже вот что-то случилось, для вас это принципиально вот возглавить театр? Это очень долгий такой ответ. Вопрос-то короткий, ответ очень... У меня, я связываю с этим очень такую, скажем, большую мою творческую деятельность. Прежде всего, я хотел набрать курс. И когда мне дали театр, я сразу же автоматически набрал курс. Курс театра эстрады сейчас, молодых ребят. То есть вы обеспечили им сцену сразу? Постараюсь обеспечить. Когда они закончат театральный институт, то дай бог, что половина будет работать у меня, моих студентов. А я попытался найти репертуар вашего театра, да, театра эстрады. У вас это, что сейчас происходит? Во-первых, мы, у вас тишина. Во-первых, мы 8 месяцев занимались только документами, потому что это сейчас он называется театр эстрады имени Райкина. А до этого это был тоже театр эстрады, но он принадлежал Петербург-концерту, Ленконцерту бывшему. И, в принципе, там ничего не, так скажем, по большому счету не происходило, только залетные гастролеры выступали, какие-то коллективы, лошкари, бубенцы, ну и так далее, и люди, которых мало кто знал. Театр, в принципе, замирал, утихал и угасал. Ремонт у вас там сейчас идет? Сейчас у нас, слава богу, идет капитальный ремонт, и к столетию Аркадия Саши Райкина, это случится в конце октября, ему будет 100 лет, и мы должны открыть этот театр, открыть свои двери. Уровень ваших амбиций. Принципиально стать художественным руководителем и не быть просто актером. Что сподвигло вас? Да какой же я? Да не, ну что, конечно же, 99,9 это я прежде всего актер. Конечно же, актер. Просто так вот навалилось, и ты еще такой стал, знаете, чуть-чуть чиновником якобы. Но я как был актером, так и останусь им. Но мне единственное, что, как бы сказать... Дай бог, чтобы это случилось, мы будем делать то, я буду делать то со своими же, опять же, сподвижниками, ребятами, моей командой, которую вот-вот мы уже, так скажем, набрали и набираем.
по сей день, которые мы будем делать свое дело, это же очень важно. Ну хорошо, то есть вы занимались бумагами, вы делаете ремонт, вам это надо? Приехал Олег Митяев ко мне и говорит: Юра, нафиг тебе это надо? А потом посидел, выпил 100 грамм, слушай, говорит, так дело-то клевое. Ну и выпущу я еще один диск, а потом еще один диск, напишу еще 200 песен, а может 250. Вот. Я, конечно, 250 песен не напишу, но это немножечко другое дело. Мне очень нравится работать вообще с командой, с молодыми. Какие-то. Ведь иногда наступает такой момент в своей жизни, что иногда ты уже не можешь показывать то, что придумал. И это действительно нужно отдать этому должное. Если кто-то лезет, я вижу, ой, но он, ну, это редко у кого получается. А боитесь старости? Я? Да упаси бог. Да вы что? Нет. Да что? Нет. Но я же понимаю, что мне уже не сыграть Хлестакова. Если я его буду сейчас играть, понятно, что это будет какая-то комедия или какой-то извращенный он, понимаете? Но мне же не сыграть молодую. Ой, я всегда хотел... Хорошо. То есть я правильно понимаю, то, что вы не сможете сыграть, это из-за возраста, да? Ну, это не только возраст, но это и темперамент, это так. И характер, это вы и внутреннее состояние. Вы компенсируете вот это все несыгранное у себя в кабинете худрука? Да, упаси бог. Кабинет — страшное название. Так. Почему? Это сцена, это театр. Ну, я думаю, что, скорее всего... Ну, худрук — это только, наверное, в журнале, где, знаете, есть такое обозначение — художественный руководитель. А так, конечно, ну, должна же быть лошадка, которая чуть-чуть везет. Или, по крайней мере, которую погоняют, или кому-то вставляют. Ага. Пока это лошадкой буду я. Ну, вы строгий руководитель. Я вообще не строгий человек, но, наверное, принципиальный. Вот есть такой момент, когда если я... Приходим уже на репетицию с вами, и вы говорите: Юра, договорились в 3. Я прихожу на репетицию не в 3, а в 2. Я должен быть подготовлен, размят. Не то, что некоторые актеры. Ну, давай. Сейчас мы, да, будем... На концерт я, вот, допустим, где-то приезжаю в какой-то город, да, и я, ну, так скажем... Легкость, наверное, может иногда кому-то покажется, дается мне, что я приезжаю на спектакль за 3 часа. Некоторые же актеры приезжают в занавес, а он... Так, а я уже... А что, такая внутренняя организация у вас? А это, наверное, не знаю, гены из детства. Это отец был, это дедушка. Знаете, на автобус нужно, я, значит, прихожу и на поезд за 2, за 3 часа. Ну, это я не могу объяснить. То есть мне нужно вот... Как ваши родители смирились с вашим выбором актерской профессии? Ну, естественно, у меня такое ощущение, что мама как-то однажды сказала, выпив со мной бутылочку винца, она говорит: Юра, так это же, понимаешь, это же все от меня. Я же занималась балетом, велосипедным спортом. Я же была директором гастронома. Вот. Я вам открою такую, не знаю, и как-то с ней разговаривал. И я говорю: мам, а помнишь, я все время, если тебя попросил кого-то нарисовать, она мне все время клоунов рисовала, вы представляете? Вот она села, бумага у нее была, и она все время рисовала клоун. Я с детского сада. Вам судьбу вот, вашу, вот, да? Говорим же мы, что есть какие-то нити, которые... Вот мне такое ощущение, что как-то это произошло. Однажды что-то мне вот запало в душу, вот знаете, и я даже помню. Мам, ну, давай с тобой посидим что-нибудь, нарисуй мне что-нибудь. С детского сада. Она раз и нарисовала мне клоуна. В каком-то колпаке, какие-то у нее руки, какие-то... Не знаю, я бы, наверное, много за этот рисунок сейчас отдал. Как часто вы видитесь со своей мамой? Да ничего, так позвонит, Юр, там, как настроение, как здоровье, я говорю, да нормально. Так, критикует. Вот надо, да, она говорит, что-то я тебе тут видела, у тебя пиджачок опять коротенький такой, критикует. Знаешь. Да, я говорю, с соседкой Зиной поговорила, Зина мне сказала, у Юры мало денег, что ли, что он там не может себе пиджачок. А я говорю: мам, так это ж как бы смешно. Она говорит: не смешно, Юра, вообще. Вообще не смешно. Ты посмотри, как выходит Винокур, как Лещенко, какие костюмы, какие прически, а ты что? И такие, знаешь, ну, даже неудобно. Ты уже все-таки, Юра, тебе же не 15 лет. Так. А мама не хотела вас разубедить, поставить на другой путь, чтобы только не актерство? Были у нее такие попытки? Самое интересное, все, что она в жизни говорила, и все, что она, ну, говорила и говорит, потому что... Сейчас я уже даже иногда не спрашиваю, но то, что она всегда советовала, а я ее имел честь ослушаться, всегда она попадала в десятку. Парадокс. Мама была права. Она пронизывала просто наповал сразу. Так. Юра, я тебе не советую, а я же молодой. Да что ты там сидите тут? Нет, я сделаю это.
всегда. Я бился башкой, хотя мне тоже, мне кажется, что есть такое как бы внутри, что я все хорошо чувствую, у меня интуиция очень сильная, мне так кажется. Угу. Но все равно мать как бы предопределяла это. Она все время говорила, что, Юр, это не надо делать или наоборот.